Эр все башалом, продолжаем фокус Израиль Парашат Эмор ле Йом Шиши на пятницу. Я сон шедеврей Тора ле Нишмат Коэн Тора Михал Алам Дора Двора Бадбону Вигам Михаэля Коэн Бен Агарон Мура Моше Бен Бакшандал Асахат Амисар Уфат Амисар Уфат Шамаха Эстер Батамар Ривка Бацара Лариса Бачура Матия Бен Рахель. Сегодня Лаг Баумер Хирула Раби Шимон Бар Йохай. Мы тоже будем изучать его Зоар на Хок Лисрель. На сегодня говорит он так: Бешата ди палегли лия бели лия да куча береху ба эле ала бегинта ди лела. В день, когда полночь разделяется на две части, то есть в полночь, в шаббат, в пятницу вечером, Всевышний хочет войти в Ганеден, высший Ганеден. Вера за да бе омеда холь ди куча береху ал бегинта де эден дильтата лишта аша им цадика я де шар ан таман. Секрет говорит в чем? Что в будние дни Всевышний входит в Нижний Ганеден для того, чтобы находиться там с мудрецами, которые находятся, с праведниками, которые находятся там. Ум шабата беагу лелия де шабата куча береху ал бегинта дилела бераза димкора илаа. А в шаббат, в эту ночь, Всевышний входит в Высший Ганеден. Секрет мекор элион. Это мекор, это источник, высший источник. בגינד דיביומד כל כל נשמתין דסקריה כולו בגינד דיברה שריאן. Почему? Потому что в будние дни все души праведников находятся в Ганедене, который на земле. וקד התקדש יומה במעלה בשבתה כל אינון משריאן דמלאכין קדישין דממנן גו גינד דלתתה כולו סלקין להנה נשמתין דשריאן גו גינד דלתתה ולעלה לגבי ההוק כי Рикиа декайма альгинта. Когда наступает шаббат, в пятницу вечером, заходит солнце, все лагеря ангелов, святые, которые отвечают за Нижний Ганеден, все поднимают все души, которые находятся там, из Нижнего Ганедена в Верхний Ганеден. Лаалот эцел ото харакия яумет альхаген. שהם מלאכי העשייה ואינם יכולים לעלות למעלה ממחיצתן, לכן לא יכולים לעלותם רק עד שם. אני פנימה איך, כמו סקדה לי, דו אורבני העשייה, דו גרניצי, פתמוך את האנגלי, את ואימירה, אני נמרות פניה צבישה. ומתאמן, הזדמן, ותכין קדישין, לסעדרן, קורסי יקרה דמלכה, וסלקין לון לכל עינון נשמתין בגינתה דיללה. עתודה, תודה פריחות דרוגי האנגלי, בולי וסוקי, בולי סביטי, כתורי אקרוז'יות, трон Всевышнего, серафим, которые созданы из, которые находятся в Олам Берия, это третий мир, и они поднимают все эти души праведников в высший Ганеден, который находится в третьем в Олам Берия. Берия. Кеван дилен рухин салким кеден рухин ахаранин кадишин нахтин лит атра беу ама кадиша. Так как эти святые духи поднялись, тогда другие святые духи спускаются куда? К святому народу. Это наша етера, нешама етера, добавочная душа, которую мы получаем на шаббат. Илен салькин, илен нахтин. Эти поднимаются, а эти спускаются. То есть души праведников из Нижнего Ганедена в шаббат переходят в Высший Ганеден. А к нам спускается дополнительная душа на шаббат. Даш говорит Зоар. Витема гинта дивара бе йома на шаббата ятва береканья бела нишматин зацикая. То, а если скажешь, что получается? Что этот Ганеден, который, скажем, на земле, в день шаббата остается пустым. Души праведников оттуда ушли. Говорит Зоар, лавахи, но это не так. Эля нишматин азлин ви нишматин атьян. Нишматин салькин нишматин нахтин. Нишматин азлин ми го гинта ви нишматин атьян ле го гинта. Он говорит, это не так. Мы сказали, души поднимаются и души спускаются. Души передвигаются, уходят и приходят. Души выходят из одного сада, и души приходят в другой сад. Теперь умфар. И объясняет дальше. Коли ну нишматин зазикая демит лабнан бейомеде хол ве одла алу ле го гинта бишатади илен навкин илен алин. Он говорит, все эти души праведников, которые очищаются в будние дни. То есть они уже очистились, получили свое наказание в гейнуме. Но еще не зашли в Ганеден. Когда они заходят в Ганеден, когда те праведники, которые были в Ганедене, поднимаются с Нижнего Ганедена в Верхний, эти праведники после очищения заходят в Нижний Ганеден. Вегинтала иштаре бреканья беразаде лехма паним бейом бейом хилла кехо. И этот сад не остается пустым, как по секрет лехма паним, хлебов приношения, которые разделяли в этот день. Как мы знаем, что стол никогда не оставался пустым без хлеба.
даже одну минуту, один момент. Это зор на сегодня. Мусар на сегодня, Сефер Хасидим говорит так. Гам лехол эте веона, еш леха леэхов эт бор эха, бехол леха ухол навшеха, в любое время, в каждую секунду ты должен любить своего Создателя. Всем своим сердцем и всем своей душой. Веашев элибха веках машаль меэнош вима. И говорит, и возьми себе пример человека. Имитен леха адам асара зеувим. Ойотер камати авато хакука белибеха. Представь, говорит себе, сделай для себя пример. Если человек тебе даст 10 монет или больше, насколько сильно ты будешь его любить, уважать в твоем сердце? Будет это любовь к нему. «Вимитен леха парнасатха упарнасат банеху в небетха маташув элли беха». А если он даст пропитание тебе, твоим домочадцам, твоей семье, сколько ты будешь его любить? «Зеа иш ашелор итив меолам асаимади хесед казе». Он говорит, это человек, который пришел, я никогда его не видел, он мне столько денег дал, он мне столько добра сделал. Луи эхье элев шаним ло ухал лигмол ло кола товод ашер асаймари. Говорит, если я даже 1000 лет проживу, я не смогу вернуть ему все то добро, которое он мне сделал. Эха вото бехолевави уфхол навши. Я буду любить его всем своим сердцем, всей своей душой. Ло юхал леца вот алай давар широ эсэ бавуро. Он говорит, нету ничего, что он меня попросит сделать, и я для него не сделаю. Хэн мамуни хэн гуфи хакол широ. Почему? И все мои деньги, и мое тело принадлежат ему. Потому что он меня спас, он мне дал пропитание, дал мне деньги. Ума бе ахават адам ках, бе ахават акадош баруху, иштабах вит але зихро, уханотен михья лакол, локол шекен. Он говорит, если так будешь любить человека из плоти и из крови, а любовь ко Всевышнему, который дает жизнь всему, что существует на земле, дает пропитание, тем более должно быть. Локоль шекен еш лану лида век бе ава даборе лир аото. И мы должны прилипнуть, прикрепиться в любви к нему и в трепете и страхе перед ним. Ше эн ла авор ал митцвота вен гдола эн ктона. Что человек не имеет права нарушать его заповеди, будь это великая заповедь или маленькая заповедь. Ки эн ану йодим матан сахаран шел митцвот умина аверот ашер хэм калот бе энену. И мы не знаем, говорит, награду за митцвот, который нам кажется легкими, и наказание за грехи, которые нам кажутся легкие. Кедихтивка написана в Тейлин, «Авон акева есубени». Давид говорит, Давид Амелех, «Грех моих пяток меня окружил». «Авоноча адам дашба акева баула мазе есуву отоле йомадин». Те, говорит, грехи, которые человек наступает своими пятками, проходит, а ничего страшного, они, говорят, его окружат в день суда. «Им заха митцвотав я иду алав». Но если он удостоился, то его митцвот будут свидетельствовать о нем. Аллаха на сегодня находит Рамбам, глава 8. Говорит Рамбам так. «Хаддашки грогерет хая, вен диша эла бегиду лекарка». Диша – это выбивали зерна из колосьев. Человек, который выбил зерен размером с сушеный инжир, нарушил шаббат. И это выбивание, вот эта диша, она действует только в том, что растет из земли. «Вам фарэ каре гу толдат хаддаш». Но человек, который что-то разбирает или вытаскивает одно из другого, это толедет, это ответвление от этого запрета, и все, что на это похоже. Например, ахолев это бейма хаяв мишум мефарек. Человек, который доит корову в шаббат, он нарушает вот этот запрет, вытаскивает молоко из вымени наружу. Вехен ахолев аховел бахай шеешло ор хаяв мишум мефарек. Человек, который тоже нанес рану живому существу, и пошла оттуда кровь, нарушил этот запрет разделения одного из другого. Бегущий ей царих ледам шеяцами на бахабура. Когда? Когда кровь, которую он вылил из этого животного, нужна ему. То есть он сделал эту рану для крови. Как мы сказали, в шаббат запрещено по Торе делать то, что человеку необходимо. Позитивное, конструктивное действие запрещено в шаббат. Да, несмотря на то, что он нанес этому животному рану, но рана была для чего? Для крови. То есть ему это было не нужно на шаббат. Авали им нитка венля азик бельват, патур мипне шу мекалькель. Для чего? А? Кровь для чего? Я не знаю для чего. Для лекарства, может быть, еще для чего-то. Но если он просто хотел навредить, взял, нечего было делать и бросил что-то в это животное, несмотря на то, что пошла кровь, от курбана он освобожден. Запрет по Торе он не нарушил, потому что каждый, кто разрушает, он патур, но запрет по мудрецам он нарушил. ואינו חייב עד שיהיה בדם או בחלב היוצא כגרוגרת. И опять же, когда он нарушает запрет, как мы сказали, у любого запрета есть размер. Если крови
и молока вылилось, или он вытащил столько, сколько размер сушеного инжира, тогда он нарушил запрет по Торе. Следующая алаха. Баме дварим амурим, беховель бивема, вехаява о, векаюце баэн. Все, что мы сказали, это человек, который нанес рану диким домашним животным или птицам. Авала ховель бахаверо, афальпиши ниткавен лазик, хаяв мипне нахатруах. Но человек, который нанес рану своему другу, несмотря на то, что он хотел всего лишь навредить, он нарушил запрет по Торе. Почему? Он его ударил, он успокоился. Поэтому шаре ниткарара даато вешахаха хамато. Почему? Потому что его гнев успокоился, его злость успокоилась. Варе уким такен. И что он сделал? Он сейчас исправил, сделал что-то конструктивное, поправил свой гнев. И несмотря на то, что кровь, которая пошла у его друга, она ему не нужна, он все равно нарушил запрет по Торе. И третья алаха говорит Рамбам так. Шмона шрацима амурим батора хен, шееш лаэн ород лейнян шаббат, кмо хая увеема ваох. Восемь присмекающихся, которые перечислены в Торе, что они нечисты после смерти, оскверняют и так далее. В законах шаббата они считаются животными, у которых есть шкура, у которых есть кожа. Авар шаршика цимур масим эн лаэма оор. Но остальные присмекающиеся и летающие всякие вещи, они не имеют кожи. Считается, что они бескожные. Летикаха ховель баэм пату. Поэтому человек, который нанес им раны, он освобожден. Ваехата ховель бивема хаява оф, о бишмо наш рацим, васа бэн хабура, ваяца мэн дам, оше инстрара дам, афальпиши ро яца хаяв. И человек, который, как мы сказали, нанес рану, или вот этим восьми присмекающимся, или птицам, животным, домашним животным, диким животным и так далее, даже несмотря на то, что кровь не полилась, но появился синяк, он уже нарушил запрет по Торе. То это алаха на сегодня, и мы быстренько с вами пройдем, насколько мы успеем. Мицвот у нас сегодня есть в Торе 24 повелительных мицвы и 39 запретительных мицвот. Первая мицва 264. Мицва лотасе шело итама кохен хегиот лемет. Что кохен простой не имеет права оскверняться мертвецом. Дальше. Мицва досе шиитама коэн идиот на крови. Мицва повелительна коэну простому оскверняться к своим родственникам, пойти на похороны и сделать то, что необходимо для его родственников. Отцу, матери, брату, сестре и так далее. Мицва 266. Мицва лотасе шело явод коэн бетулиом. Бавамигдаш. Мицва, что человек, коэн, который окунулся в этот день в микву и еще вечер не наступил, не имеет права работать в бетамигдаше. Мицва 267, 8 и 9. Мицва лотасе шело иках коэн идиот иша зона. Что не имеет права коэн простой жениться на блуднице. Дальше мицва шело иках коэн идиот халала. Не имеет права взять халала. То есть девушка, которая родилась у коэна, который женился на блуднице. Или женился на разведенной. И так далее. На этой девушке нельзя жениться. И следующий мицва лотасе шело иках коэн идиот геруша. Что простой коэн не имеет права брать разведенную женщины в жены, и эти все законы действуют даже сегодня. Мицва 270. Мицва досе лахалок кавод ла коэн. Мицва отдавать почет коэну. Амуци первый коэн. Беркат Амазон коэн. Благословение на Тору коэн. Заходит коэн и так далее. Хочешь дашь, хочешь нет. Но мицва ему дать. Коэн есть, нужно уважить коэна. Не хочешь, не хочешь. Так если он не соблюдает ничего. Если не соблюдает, уже другой вопрос. Не соблюдает, другой вопрос. Дальше, мицва 271 и 72. Мицва лотосе шело яво коэн гадоль беоль имет. Мицва коэн не имеет права заходить в здание, где есть мертвец. И следующая мицва. Мицва лотосе шело итама коэн гадоль бемагау бомаса афилу ликрувим. Коэн гадоль не имеет права оскверняться прикосновением к мертвецам, даже к своим родственникам, маме, папе и так далее. Мицва 273. Мицва досе шейка коэн гадоль бетула лейша. Мицва пелицина коэну живница коэн гадоль должен жениться на девственнице. И только на девственнице. Мицва 274-275. Мицва лотосе шело и как коэн гадоль алмана. Коэн гадоль не имеет права жениться на вдове. Мицва лотосе шело и або коэн гадоль ал алмана. Что? Коэн гадоль не имеет права, даже не женившись, просто даже не имеет права иметь интимную связь с вдовой. Мицва 276-277. Мицва лотосе шело и або бамикдаш коэн бал мум кавуа. Коэн имеет право работать в Бет-Амикдаш, если у него есть увечье или какой-то порок. Мицва лотасе шело явод коэн бааль мум овер. И также это у него запрет, у него есть постоянное увечье, не имеет права работать в Бет-Амикдаш. А если он поломал руку или ногу, пока это увечье на нем, не имеет права работать в Бет-Амикдаш.
מצוות וסי מסבוסים, מצווה לא תעשה שלא ייכנס בעל מום למקדש, מן המזבח ולפנים, מצווה זה הפריטיס לנשתו כהן, ובעצם ימי את פרעו פרחדית בית המקדש, זה ז'רטווינית. טוב, это нам пригодилось, זה ז'רטווינית. Дальше жертвенник, отсюда он еще мог заходить, но за жертвенник он не имеет права заходить. Он коэн с увечьем, не имеет права там служить, в Бет-Амикдаш, с пороком коэн. Дальше. Мицва 279, мицва Лотоа Свеши, ло я вот, бамикдаш коэн таме, что в Бет-Амикдаше не имеет права служить коэн, который таме, духовно нечистый. Мицва 208, мицва Лотоа Свеши, ло я вот коэн таме, и шо ло юхал коэн таме трума, чтобы нечистый коэн не ел теруму. Мицва 281-82, мицва лота сешело йохал зар трума. Что? Тот, кто не коэн, не имеет права кушать труму. Мицва лота сешело йохал зар трума афилу тошав коэн весахир. Мицва, что простой еврей не имеет права кушать труму, которая у коэна, даже если он его наемный рабочий или живет у коэна. Но его раб го имеет право. מצווה 283, מצווה לא תעשה שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש, נעברזן כהן, נעמד פרווה כושי תרומה, אי סביתי צ'סטי. מצווה 284, מצווה לא תעשה שלא יאכל חלל תרומה וחזה ושוק. מצווה, יש הוא כהן הניפרייבל נסי, ניפרייבל נג'ינילסה, את רביונק חלל. את חלל נעמד פרווה כושי צ'סטי קורבנות בית המקדשי. מצווה לא תעשה 285, שלא לאכול תבל. То нельзя кушать тевель. Что это тевель? Урожай, от которого не отделили десятину трумот и масрот. Что, может быть, необрезанный, что ли? Коэн необрезанный, может быть, да. Например, если два его брата умерли, не дай бог, из-за обрезания, он не имеет права не делать ему. Но все равно он необрезанный, не по своей вине, все равно не имеет права кушать. Мицва 286, мицва тасеши, е, коль корбан тамим белому. Мицва 286 полезно, чтобы все корбанот были беспорочный, цельный. Мицва 287, мицва лота сешело, лягдиш бальмум лакри, лакри в ла мизбеях. Запретительная мицва не посвящать животное с пороком в Бет-Амикдаш. Мицва 288, мицва лота сешело, латил мум бакадошим. Запретительная мицва вредить животным, посвященным в Бет-Амикдаш. Не делать их порочными. Мицва 289-90-91, но то сешело лишход бальмум лешем корбан. Нельзя резать корбан с увечьем, животное с увечьем для корбана. Мицва лото сешело лактире муре бальмум. Нельзя воскурять части животного с увечьем. И мицва лото сешело лизрок дам бальмум. Мицва запретительная окроплять жертвенник кровью корбана с пороком. 292. מצווה לא תעשה שלא לסרס זכר משום בעל חי. זפריטיס למצווה פטורי דלת קסטרציו. ניש ווטנם, נילודם, נזיה איך קסטרירבץ. דשי דווסטינוסטטרי, מצווה לא תעשה שלא להקריב בעל מום של גוי. זפרט פרנסית קורבנס ובעצם דשי יש לי בו פסוויציל גוי. מצווה דווסטינוסטטשטיר, מצווה תעשה שיהיה קורבן בין שמונה ימים, שתו בקורבן ביל וסמידנמני, איני רנשי. 295, מצווה לא תעשה שלא לשחוט בהמה טהורה ובלדה ביום אחד. זפרט רזת ריביונקה איבו מצ ודין איתו ז'דין. 296, מצווה לא תעשה שלא לעשות שום דבר שימשך ממנו חילול השם. מצווה פטורים נדלת נצ'בו שתו מוז'ת פריבסי חילול השם, נדאי בוך. דש, מצווה 297, לקדש את השם ברבים. Освящать имя Всевышнего. То есть одна мицва не осквернять, вторая мицва освящать. 298-299. Лишбот мимлаха бейом ришон шель Песах. Мицва отдыхать в первый день Песах. Не работает. Мицва лота асэш лола асот мелаха. Это повелительная запрещенная мицва. Не делать запрещенные действия на Песах. Мицва дасэ ля акрив курбан мусав коль шив адья мя Песах. Мицва 300-я. Каждый день в Песах приносить курбан мусав. 301 и 302. Мицва тасе лишбот мелаха бишви шель Песах. Мицва ло тасе шело ласот мелаха бишви. Повелительная мицва не работает на седьмой день Песаха. И запретительная мицва не делает запрещенных действий. 303. Мицва тасе лакрив минхат омер бишиша асар бенисан. Мицва принести курбан омер на второй день Песаха. 304.
4, 5 и 6, мицвот да се шело леехол битуа хадаша кодема омер. Новую пшеницу, муку нельзя употреблять до того, как принесли этот омер, до второго дня Песаха. Мицвот да се шело леехол кали митуа хадаша кодема омер. То же самое, ничего пожаренного нельзя приносить, есть до этого курбан омера. Мицвот да се шело леехол кармель митуа хадаша кодема омер. То мы сказали, что все эти злаки запрещены до принесения курбан омер. 307. Мицва да сели спор шева шабатот мимод миом хабваата омер. Мицва считать 7 недель цельных от принесения курбан омера. Мицва 308. Мицва да сели авиште алехем бацерет. Принести курбан из двух хлебов в шавуот. 309-310. Мицва да сели шбод мелаха бахага шавуот. Мицва да тасе шело ласот мелаха. Повелительная мицва отдыхать в шавуот и запретительная мицва не нарушать запреты на шавуот. То есть для чего нам столько запрет мицва? Дать награду тем, кто это исполняет. Человек делает то же самое на праздник, не работает и не нарушает, но это две отдельные мицвы. Тот, кто это исполняет, получает двойную награду, а тот, кто нарушает, двойное наказание. Мицва 311-312, мицва на селич бод милаха йом ришон бе тишри. Не работать первый день месяца тишре в Рош ха-Шана. Мицва лота се, шело ласот малаха, и запретительная мицва не совершать запретительные действия на этот день. 313. Мицва да се лакрив курбан мусав в Рош ха-Шана. Повелительная мицва делать курбан мусав на Рош ха-Шана. 314-315. Мицва да се лит анот ба асири бе тишри. Поститься 10-го тишре. Что это? Йом Кипур. Мицва 316-317. Мицва лота се шело ласот малаха бе йом кипурим. Мицва се лишбод малаха бе йом кипурим. Запретительная мицва не делать ничего на Йом-Кипур, и повелительное соблюдать Йом-Кипур. 318. Мицва да се лакрив курбан мусав бе Йом-Кипур. Повелительное мицва делать курбан мусав Йом-Кипур. 319-320. Мицва да се лишбод мимлаха бе йом ришон шель сукот. Мицва да ло тасе шело ласот мимлаха бе йом ришон шель сукот. Опять две мицвы. Одна повелительная отдыхать в первый день праздника сукот, и запретительная не нарушать его. 321. Мицва да се лакрив курбан мусав бе шивиат емеас хага сукот. Приносить курбан мусав все 7 дней праздника сукот. 322-323. Мицва да се лишбод мимлаха бе шмини ацерет. Умитхвад ло тасе шело ласот мимлаха бе шмини ацерет. Опять. Шмини ацерет, 8 день праздника сукот. Не работать, а и отдыхать. Две мицвы. Одна запретная, одна повелительная. Мицва 324. Мицва да се лакрив курбан мусав бе шмини ацерет. Сделать курбан мусав в шмини ацерет. 325. Мицва да се литоль бе хага сукот арба миним шебе лулав. Мицва повелительная, чтобы у нас были этрог, лулав, адас и аравод на праздник сукот. Мицва да се 326. Лешев басука бешеват еме ахаг. Сидеть в суке 7 дней праздника сукот. То это заключение мицва на сегодня. Баруха Адонай леолам. Амен ве амен.